И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОлТВ, Гусанёк, Дэн и Тучка, Колбаскин, King on Fire, пацаны, поздоровайтесь. Всем салам алейкум, братья. Ребята, смотрите, какая у нас офигенная экстремальная карта. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас экстремальное выживание. Красная машина, у тебя тормоза очень хорошие, вижу. Давайте, не ссыте, жмите на газ. Хи-хи-хи, щенок! Прощай, прощай, прощай! Все, ребята, одного я скинул по красоте. А чем вы очкошники? Тим, я тебя ненавижу, понимаешь? Понимаешь? Это ты был, да? Ну, блин, ну... Ну, извини, извини, я не хотел. Ладно, хотел. Так, ну что, пацаны, кто хочет травы коснуться? Ты? Нет. Смотри, я же псих. Погнали. Там еще он белый едет еле-еле на соплях. Да, давай. Да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! А тут еще лестница! Нет, 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 блин! Все, ладно, я проиграл. Вот и карма. Ё-моё! Блин, ну это было жестко. Так... Красный у нас, ну красный все уже 100% коснется. Так, у нас осталась белая машина и белая челепидическая. А это все, там никого. А там никого. Один, два, три. Саня блин. Сразу перевернулся. Ух ты. Так, ну что, Колымейгейшн. Пора тебе скинуть. Пора тебе скинуть, дружище, ты понимаешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Неприятная ситуация. Так, хорошо, давайте будем действовать по красоте. Опа, опа, опа. Так, сейчас я жму тормоз. Пропускаю его немножечко вперед. Начинает ранить до того момента, и он упадет. Смотрите. Вот и все. Вот и все, дружище. Ты должен улететь в небытие. Ого, сальтухи там крутит. Пацаны, вы видите? Да. Там один человек накосячил в этой жизни. Пришлось его скинуть. Ого, он улетел на край карты. Так, ну что, бешеное такси едет дальше. Я уже разбитый, мне нема чего бояться. О, черный джип застрял. Помогите. Дима, проедь, пожалуйста, мимо меня. А ты в красной машине? Да. Давай скинем этого челепиздрика. Тебе пора, дружище. Ты здесь больше не нужен. В следующей миссии увидимся. Сохраняйся. Скидывай его, не ссы. Блин, опа! Хитрость это самая сильная черта. Я же запомнил. Особенно в противостоянии с другими людьми. Ну что, победитель вы увидели, да, кто? Бешеное оконченное такси. Третий раунд. Один, два, три. Стяжаемся. И все. Я буду смотреть. У грузовика тормоз просто великолепнейший. Смотрите, пошло противостояние, и джип просто улетает как щенок. Ой-ой-ой, что ты на черной машине чудит? Это что, специальный трюк какой? Ого, на автобусе псих. Вижу цель, пацаны. Это красная машина, я должен ее сейчас уничтожить. Оху-ху-ху-ху-ху. Тормозим. Давайте об красную машину затормозим. А че ты, щенок? Ты думаешь, ты мне что-то сделаешь? Зря. Ну все, я сейчас тебя замочу просто как ни о чем. Последние твои слова. Смотри, могу даже возле края вот встать вообще наизично. Вот смотри, моя машина висит. Видишь? Конченое говно. Блин, я показал, просто показал. О, как движок у нее работает, обалденно. Дима, смотри. Ты дурачок с детства или просто так? На диванчике. Ну ладно, пусть будет, я согласен. Ну что, кто не съехал, тот лох. 3, 2, 1, погнали. Тут на диване сальтухи крутит. Что за... Почему я начал крутить сальтухи? Ты об него споткнулся. Да блин, это нечестно, пацаны, мне кажется, это нечестно. Ну это же машина дерби, но ее должна была повезти. Ладно, давайте посмотрим, как другие съезжают. Ого, они еще высоко. Опа, пошел замес. Так, на красной машине решил просто съехать вниз. На синей машине видно сразу очкошник. Он вверх? А вверх нельзя никак поехать. Ого, летит на джипе. А, он просто слился. Фух, блин. Ума нету вообще, сразу видно. Так, ну что? Так, тихо. Да, тихо. А вот теперь уже интереснее, пацаны. Это уже не лунная, даже не марсианская гравитация. Это гравитация Димас. Ну чё, быки? Бычара, ты чё? Давай, покажи вещи. Слышь, ты теперь можешь заезжать.
Из-за гравитации наверх можно заезжать. Сань, а поехали наверх? Нет. Есть, давай, отлично, давай, отлично. Щенок! Зачем я это делал? Все, вот скажи. Ха-ха-ха, блин, приятно, прикольно. Приятно. Ну что, сейчас у нас будет раунд, когда будет гравитация изменена. Сейчас гравитация стоит в 3 раза меньше от нормы. 3, 2, 1. Поехали. А зачем я так делаю? Блин, говно, 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 говно. Мы с Густаньком как говно. Вот это вы именно чудик, типа. Тот на красной машине вообще исполняет сильно. Слышь, он еще выровнял? А, нет, все, все, да, все. Да блин, ну все, ладно. Ну, попытка была хорошая. Густанек, пока. Сейчас это тоже улетит. Зачем я здесь записываюсь? Зачем? А что, ну реально можно сейчас попробовать назад поехать? Да. Ой, я назад еду. Только ты приподнимаешься. Ай-яй-яй, я понял. Даже если я буду ехать передом, так же само будет. Давай их будем наказывать. А ты куда ползешь? Новый улиц. Бу, вот это жесть! Че, сразу двоих вынес, как ты думаешь? Это хэт-трик? Да. Нет, да-да-да. Дабл-килл. Ого! Ну что, пацаны, вы поняли, да, кто победитель в этом раунде? Мы поддались. Победила дружба. Да победили дружба. Победили. Ладно, пацаны, давайте еще раунд будем делать. Мне понравилось. Как сейчас гравитация... может, гравитацию увеличить сейчас? Раунд, когда гравитация увеличена. С 600 на 1000. 3, 2, 1. Погнали. Автобусник, давай, автобусник. А все, зашли. Тихо, 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 спасибо. Успокойся. Пацаны, я быстрее всех, вы рахиты. Есть, 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 есть. Я оттормозился, есть. Классно. Я тоже оттормозился по красоте. Вот, смотри, что оно делает, летит. Я быстрее к вам буду. Потом. Кстати, гравитация усилена, не сильно-то и поменяла. А, вот люди застряют. Ты дурак, я увидел, блин, я не успел отъехать. Ладно, выиграл. А что, ты не упал? А вот так тебе говно и надо. Теперь ты повиси. Нет, фура, пацаны, скидывайте фура, его, скидывайте. Фура. Ух ты, вот это подача. Пацаны, ну что, кто автобус хочет скинуть? Привилегию нет, такую себе. Подписать себе. Точно. Нет, не хватает мощи тебе его скинуть. Надо, чтобы фура это сделала. Фура, я заплатил в 2 раза больше. А где ты деньги возьмешь? Ты сейчас умрешь. Выиграет тот, кто останется последний, а не тот, кто давайте заплатит денег. Вы там потеряетесь, а я постою. А, все, вот осталось чуть-чуть. Что вы хотите сказать свои последние слова? Я все равно буду жить. Ну, сейчас мы посмотрим это. Нормально, лупани его, чтобы оно упало. Я в тебя потом лупану. Вот, а хорош. Сильнее, сильнее, с шифтом прям. Я вызову адвоката. Давай, упади еще сам, вот это будет ты исполнишь. Все, пацаны, одна фура упала. Все, автобус упал. Автобус! Нет. Прощай! Блин, как ты там держишься? Ты что, у тебя там ноги есть или что? Веревочку привязал. На слюнях. На соплях. Там резинки от трусов я вижу. Все. Фух, улетел. Ой, ты что? Что это за прикол? Ой, блин. Что, Гусенек, ты сам упал? Видишь, и тучка ж мешает. А я сейчас думал, тупая физика пропов. Пацаны, гравитация все меньше и меньше. Вы обратили внимание? Все, на фуре, додик, ну что ты делаешь? Все, пацаны, можете его скидывать. Да не совокупляйте, скидывайте его. Он сейчас выйдет, понимаете? У него есть моща выехать. С шифтом, задний ход с шифтом. Во-во, смотри. А я вам говорил, скидывайте его, вы меня не послушали. А теперь на тебе. Вот, шанс скинуть его. Ой, а ну подожди, King of Fire, стой. Ух ты, там красиво свои тухи закрутил. Блин, пацаны, гравитация настолько маленькая. Малейший удар просто машину раскрутит. Посмотрите наверх. А что там? А что делать? Все, пацаны, все, фура улетает. Помогайте скинуть фуру быстрее, он сейчас вернется. Кидайте фуру, скидывай. Вот, отлично, красный, красава, все, ты выиграл. Ого, ты красиво закрутил. Нет, они же мне надо было потихоньку shift нажимать. Все, коснулся зеленой травы. Так, ну что, фура еще у нас есть. Shift-ом. Так, осторожно. Ты еще можешь выиграть. Нет, коснулся? Все, пацаны, коснулся. Гусуяк, это как называется? Я у мамы дурачок?
Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну и всем отличного настроения и всем пока. Бум. Ого, колеса прилетели. Пока-пока.